Привет! С вами Светлана English Online, и мы продолжаем говорить о правилах написания личного письма в ОГЭ. Сегодня мы разберемся, как написать письмо от начала и до конца. Также я напомню о некоторых важных правилах. Итак, мы пишем письмо Бену. Любое письмо начинается с адреса. В первую очередь мы пишем город и страну. Адрес вы можете написать двумя способами. Первый способ – вы пишете город и страну на одной строчке. В таком случае после города ставится запятая. Либо вы можете написать город и на следующей строчке прямо под городом написать страну. В этом случае запятая не нужна. Прямо под адресом вы пишете дату. Вы можете написать дату несколькими способами. Один из них вы видите на экране. Я предпочитаю именно его, потому что в данном случае эта дата будет считаться как одно слово. Вы можете также выбрать один из общепринятых стандартов. Итак, написали адрес, написали дату. После этого мы пишем обращение. Чтобы обращение ни в коем случае не упиралось в дату, пропускаем одну строчку и пишем «Dear Ben». После обращения обязательно ставим запятую и начинаем новый абзац с красной строки, прямо под обращением. В этом абзаце мы должны поблагодарить Бена за письмо и написать упоминание о предыдущих контактах, то есть то, что мы переписывали с ним уже ранее. И таким образом мы пишем. Thanks a lot for your letter. I was happy to hear from you again. После этого в новом абзаце нам нужно будет ответить на вопросы Бена. Чтобы это было логично, мы напишем одну фразу. In your letter, you asked me about my school. Теперь мы можем спокойно отвечать на вопросы Бена. Первый вопрос был о том, что больше всего нравится вам в вашей школе. Напишем, что класс, ваша классная комната. Не забываем про слова связки. И таким образом мы пишем. Well, I like my classroom most of all in my school. И напишем объяснение. Because it's really big, light and comfortable, with flowers and pictures of our class on the walls. Второй вопрос был, есть ли у вас много друзей в школе? Ответим, что да. I have lots of friends at school. Almost all of them are my classmates. Все довольно логично. И третий вопрос, что вы делаете обычно с друзьями? Как вы любите проводить свободное время? Ну и напишем о том, чем мы занимаемся с друзьями. Сначала мы об этом скажем, то есть, что мы часто проводим время вместе. We often spend time together. И вот здесь еще одна связочка, как раз например. For example, last week we went to the cinema. Отличный пример, и связка есть, и все логично получилось. Мы можем добавить еще что-нибудь. И добавляем слово-связку, besides, кроме того. Besides, we always play football after classes in our schoolyard. Замечательно, ответили на все три вопроса друга. После этого мы заканчиваем наше письмо. Обычно заканчивают так. Извини, мне нужно идти, и объясняем причину. А потом мы говорим, напиши мне, то есть выражаем надежду на будущие контакты. Ну и таким образом мы пишем. Sorry, I have to go now. I promised my mom to help her with the ironing. Hope to get your answer soon. Надеюсь получить твой ответ вскоре. Этой фразой мы и выразили надежду на будущие контакты. После того, как мы это сделали, с красной строки пишем all the best, завершающую фразу, ставим запятую и пишем свое имя без точки в конце. Замечательно. Что же делаем после того, как мы написали это письмо? Правильно, мы пересчитываем количество слов. Помните, что нам надо написать минимум 90 и максимум 132 слова. Сейчас пересчитаем и посмотрим, уложились ли мы в этот промежуток или нет. Итак, начинаем считать слова. Кстати, как удобнее считать? Удобнее считать не от первого до последнего слова,
а блоками. Например, первый абзац, второй абзац, третий абзац или по полабзаца, если абзацы слишком большие. Таким образом, вы просто сложите небольшие числа и получите итоговое количество слов. Иначе, если вы будете считать с первого до последнего, где-то на 111 слове вы вдруг подумаете, а это 111 или 101, и начнете все сначала. Если вы будете считать небольшими блоками, вам будет гораздо проще. Хорошо, начинаем считать. Считаем с первого слова, то есть с города. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. В первой части нашего письма у нас 19 слов. Так и запишем. Продолжаем считать сначала с одного. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 слов получилось у нас во второй части. Продолжаем считать опять с единицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 слов в этой части у нас получилось. Записываем это и считаем дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 слов. Также записываем, а потом посчитаем самый последний кусок от начала до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И в последнем куске у нас 26 слов. Сейчас нам надо будет сложить все эти цифры. Что же у нас получается? 19 плюс 26 – это 45. 36 плюс 13 – это 49. 45 плюс 49 получается 94. И плюс 26, 120 слов ровно у нас получилось. Идеально! Итак, мы уложились ровно в 120 слов. Прекрасно! А это значит, что нам не придется ничего изменять, ничего переписывать. Отличная работа! Что же мы делаем после того, как посчитали все слова? А после этого мы вчитываемся в наше письмо и проверяем, все ли с ним в порядке. Давайте посмотрим, все ли слова связки у нас есть. Я вообще рекомендую писать как минимум 3 слова связки. Вот у нас есть здесь well. Обратите внимание, после него стоит запятая. Это очень важно. Также у нас есть выражение. Вот, отлично. For example, например. После него также стоит запятая. И это правильно. И последняя связка besides. Также после него стоит запятая. 3 связки у нас есть, все хорошо. Если этих 3 связок нам мало, мы можем вставить еще несколько. Ну, например, by the way и другие связки. Но 3 связки будет, в принципе, достаточно. Хорошо. После этого мы возвращаемся к началу письма и проверяем, везде ли стоят нужные знаки препинания. В частности, это запятые. Итак, запятая должна стоять в адресе, если у вас город и страна написаны на одной строчке. Также запятая обязательно после обращения. Dear Ben, у нас запятая стоит.
Конечно, в середине письма тоже должны стоять запятые. В основном это так же, как в русском языке, однородные члены предложения, перед союзами и в других случаях. Но это оценивается уже не так строго. А где же еще должна стоять запятая? Ну, конечно, после слов-связок, мы это уже с вами проверили, после всех слов-связок у нас запятые стоят. И обязательно, непременно должна стоять запятая после слова sorry и, самое важное, после завершающей фразы all the best у нас запятая стоит. И после имени ни в коем случае не должно стоять точки. Проверим. Нет, точки у нас нет, у нас все правильно. Так, запятые мы с вами проверили. Что проверяем дальше? А дальше мы проверяем все письмо на логику и на ошибки. Грамматические, лексические, орфографические. Правильно ли вы написали слово letter, например, с двумя t, или вдруг нечаянно у вас получилось с одной. Все это мы проверяем. И если все в порядке, то переписываем наше письмо в чистовик. Обратите внимание, как должно выглядеть готовое письмо. Посмотрите, все абзацы очень четко выделяются, потому что мы сделали достаточно большую красную строку. Это письмо выглядит очень красиво. И еще кое-что очень важное. Ваше письмо должно быть написано красивым, читабельным почерком, чтобы эксперт четко понимал, где у вас какая буква, что T у вас должна быть похожа на T, A на A, а O на O, ну и остальные буквы, соответственно, тоже. Почему? Потому что если эксперт не отличает вашу A от O, он может подумать, что вы написали слово неправильно, хотя оно написано по-вашему вроде бы и правильно. Но если у вас такой плохой почерк, пожалуйста, именно в этот момент постарайтесь и сделайте все красиво и правильно. В конце концов, от этого зависят ваши баллы. Итак, вы видите, как должно выглядеть готовое письмо. Вы можете всегда использовать этот алгоритм и писать письма легко и просто. Вообще, я рекомендую вам делать шаблоны. Что это значит? Это значит, что вы выбираете себе любимые фразы. Например, как я вот написала здесь в начале. Thanks a lot for your letter. I was happy to hear from you again. Выучить это и писать в каждом письме, когда вы тренируетесь. Таким образом, эти фразы у вас будут стандартные, ошибок у вас там не будет, и вам не нужно будет думать, что там написать в начале или в конце. Например, в конце письма вы всегда будете писать Sorry, I have to go now. I promised my mom to help her with the ironing. Hope to get your answer soon. All the best и свое имя. И все. Вы это знаете наизусть. У вас будет просто отскакивать от ручки. И таким образом вам нужно будет написать экспромтом только самую главную часть письма. Там, где вы отвечаете на вопросы друга. Ну, потому что эту часть нельзя как-то заранее написать. Но вы можете выучить несколько слов-связок и опять же облегчить себе этим жизнь. Вот и все правила и секреты написания личного письма. Все довольно просто. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и удачи вам на экзамене. С вами была Светлана English Online. Пока!